Сергиево-Посадская прокуратура начала проверку по факту несчастного случая в этнопарке «Кочевник», который произошел в конце новогодних каникул. Ездовая собака укусила за лицо 4-летнего ребенка. По словам очевидцев, случилось это из-за того, что малыш выскочил на трассу и попал под собачью упряжку. Ребенку на месте была оказана первая медицинская помощь. Сейчас он находится в Пушкинской больнице в состоянии средней тяжести. По данному факту проводится проверка соблюдения требований безопасности предоставления услуг парком «Кочевник». При наличии оснований и выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Для коллектива этнопарка инцидент стал настоящим шоком. Это первый подобный случай за 8,5 лет катания на собачьих упряжках. Сразу же мы остановили катание. Больше в этот день мы не катали. Трассу закрыли, вот именно эту трассу, которая людная она была, мы ее закрыли и на следующий день перевели трассу в самый дальний угол поля. Парк мы будем пересматривать полностью на предмет безопасности. С родителями я на связи. Помощь предложена была. Родители сказали, пока мы в шоке, мы еще не можем. Сейчас вот отек спадет, и мы выйдем на связь. Сейчас катание на собачьих упряжках закрыто. С дирекцией «Кочевника» работает также инспекция по делам несовершеннолетних. По итогам проверки, если будут выявлены нарушения правил безопасности, этнопарку грозит дисциплинарное или административное наказание. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко. Программа «События».